все началось с 1942 года. Фрейтлайнер в ту замечательную пору во время Второй мировой войны решал разные задачи. Первоначально собранный в Солт-Лейк-Сити, в то время и чуть позднее, и с ним начали заниматься и в Портленде, а затем и в Вашингтоне. Но это был еще не тот фрейтлайнер. И он был немножко другим. То есть кабина была над двигателем, и продавался он в конторе White Motor Truck. С 1960 года мест по сборке стало больше. Машина начала продаваться и в Канаде. А потом уже проблемки начались с White Truck'ом. Вообще-то надо понять, чем хороша Америка. Там нету бредятины банков. Наш бред, так это многолетняя история Сбербанка России. Да никакой не банк, по сути, хрень все это. В Америке бренды ставятся только на виски. А вот чуть позже Фрейтлайнер привлек внимание Mercedes-Benz. И вообще надо понять, что сегодня в Европе выпускается только C-класс и мелкая бурдемага. Все, что круче, только в Америке. И FL-серия — это крутизна. И часть из них собирается и в Мексике на заводе в Сантьяго-Тиагуансинка. Теперь, чтобы наши рыльцы было заткнуто. Нормальные машины — это нормальные машины с нормальными спальными местами для двоих, с нормальным местом для комфортного проживания. Это только Америка. И даже замолчите, владельцы кабин над двигателем. Только Америка выдает вам право жить и работать в машине. Потому как 4 метра пространства — это круто. Конечно, есть и наддвигательные агрегаты, но вы понимаете слово «Мерседес». Это круто, это надолго. К слову о цене. До миллиона их много. Чуть терпения, и по сути ваша машина принесет вам благо. Хотелось бы, чтобы в магнитке их стало больше, но почему-то нет. Там они в лизинге. После, может быть, и в России. Но не надо вам ушатывать ушатайские водятлы. Водители, возьмите себе нормальный агрегат, не перегружайте их по дорогам, внимательно следите за движками и катайтесь на здоровье. И вы знаете, вот хотели вам показать Фрейтлайнер с таким, ну, чисто американским хромированным бампером, а ушел. Ну что ж, есть другой. Вот такой. Фрейтлайнер Колумбия. Такого цвета, приятного, голубого, небесно-голубого цвета. И опять же, из тех машин, что есть в наличии, краткая характеристика этого автомобиля. Это пробег 724 тысячи километров с небольшим. Это двигатель 14-литровый Detroit, почти 500 лошадиных сил. Вот. И это цена 1 миллион 688 тысяч рублей. И цена этого автомобиля что в Магнитогорске, что в Питере одинакова. Вот наше любимое правительство в очередной раз подняло там можно и пошлины. Но не умеем мы делать такие машины. Ну, блин, пасхальный, зачем мучить народ? Умеет ли делать такие машины китайцы? Нет, тоже не умеет. Что касается европейских сидельных тягачей, да, хороши, но не настолько надежны, не настолько они комфортны. Комфортны для водителя в первую очередь, потому как офис на колесах, и этот офис обладает потрясающей маневренностью.